Всем привет! Всем привет! Скоро у меня юбилей, исполнится мне 30 лет. Сегодня нам прислали подарок от интернет-магазина Василек. Посмотрите, вот такой огромный подарок. Вот их сайт. Товары случай ценой, одежда для кухни, полотенца, постельное белье детям, постельные принадлежности. Интернет-магазин Василек. Цены, кстати, недорогие. Ссылочка будет в описании. Давайте посмотрим, что они нам прислали из своего интернет-магазина. Да, Артемка? Да. Давай посмотрим. Мне тоже очень интересно. Мне тоже. Так, срезаем бомбу. Котенок? Не котенок. Там точно не котенок. Так. Пакет. Так, в пакете, в мешке и еще один мешок. Давай, Артемка. Ну. Не снимается? Ну-ка, друзья, вот так попробуем. Во! Мешок под мусор еще будет. Во! Вот это да, вот это. Даже вот, посмотрите, под строительный мусор, и то вон какой огромный мешок. Или еще под что-нибудь. Вау, папа, вот это что там? Так, что у нас тут? Ну вот, визуально видно, что это постельное белье, подушки. Какая кровать? И кровать, конечно, да. Ну, кровать сюда не запакуют. Но постельное белье запаковали. Давайте посмотрим. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, сейчас посмотрим. Одеяло, престиж. Вот это размеры одеяла. Наполнитель верблюжья шерсть. Так, ты не торопись. Давай сначала покажем, что у нас здесь. Ладно, я пока вот это. Все постельное. Торопится все показать. Так. А? Мама не такая. А там внутри у нас вот. Так. Ладно, пап, ты пока вот эту вот покажи. Одеялка. Смотрите, какое огромное. Не пахнет ничем. Прошито. Ну-ка, ниточки посмотрим. Ну, если кто понимает в чем-то, вот прошивка ниток. Вот так. Не просто такими там тоненькими ниточками прошито. Вроде как нормально. Здесь у нас две подушки. Спальный набор, в общем. Ох ты, еще тут что-то. Еще что-то есть. Помимо спального набора, что-то еще. Так. Так надо вот так затянуть. Ты его там не достанешь. Во. Подушки были хорошо упакованы. Несмотря на то, что в своей упаковке еще вот дополнительно вот в таком мешочке. Так. А смотри, что еще? Еще. Сейчас все покажем. Наполнитель. Так, бамбук. Бамбук? О, какая мягенькая подушечка. Так, ладно, Артемка уже вперед меня раскрыл подушку. Тогда я эту подушку в сторону беру. А
карету? Мягкая. Мягкая? Да. Мягкая. Ну, хорошая. Комочков никак нету. Ну-ка. Подожди, смотри. Так, ну-ка давай-ка я посмотрим. Я хочу посмотреть. Вот. А тут еще какая-то еще подушка. Непонятно. А тут подушка. Еще одна. Угу. Да еще одна подушка, еще одна подушка. Ну, удобно будет спать-то. Это какая-то моей кроватки, друг моей. Вот когда голову ложишь, такое чувство, как будто она у тебя в воздухе. Не ощущается головой наполнитель. Так, сейчас тоже все распакуем, покажем размеры. Прислали вот такое еще полотенце. Нравится? Да, я хотел такое. Такое же? Да. Ну, Артемка, ты можешь заказать такое же полотенце в интернет-магазине «Василек». Ссылочка будет в описании, да, для заказа? Скажи, дарите папке подарки на юбилей. Материал такой прям прочный, хорошенький. На, Артём, давай вот так вот покажем. Полный рисунок. Артём, подожди. О, какая огромная просто. Вообще огромная. Вообще, ладно. Я даже на нашу палатку пошла, да? Ага. Сейчас классно. Так. Ну, конечно, размер евро огромный. Ну, качество, сразу говорю, качество хорошее. Вообще класс. Ну, по крайней мере, это то, что прислали. Очень хорошее качество. Не понравилось. Классно все. Еще хочу донести до наших подписчиков одну информацию. Почитал очень много комментариев. Да, прекрасно понимаю, что не успеваю снимать для кого-то влоги, для кого-то цитрусовые деревья, для кого-то кухню, кулинарию, ну и, естественно, стройку. Скорее всего, сделаем один плейлист. Он будет называться «Влоги семьи Булатовых». Что будет в этих влогах? То есть в один день может сниматься и стройка, и цитрусовые, и дети, и игры, и куда мы поехали, и так далее, и тому подобное. Это вот все будет воедино теперь. Поэтому я прекрасно понимаю, что многим это не понравится. Многим это, наоборот, понравится. Ну, что сделать? Всем, как говорится, не угодишь, но перейдем на такой формат. Сейчас я вам расскажу о дальнейших наших планах. Конечно, на первое место у нас все равно выйдет стройка, потому что очень-очень надо много делать ремонта в доме. Ну, сами видите, что, по сути-то, ничего не сделано. В первую очередь буду продолжать доделывать гардеробную, надо установить дверь, потом переходим плавно в коридор. В коридоре надо будет отшпаклевать вот эту стенку, установить дверь вот здесь, вот где я сейчас стою, вот в этом вот проеме. На кухню установить дверь. Вот здесь выключатель с той стороны, его надо вынести вот сюда. То есть все выключатели будут у нас в коридоре. Поставил зеркало. Вот теперь более-менее зеркало смотрится. Вот у нас было вот такое вот маленькое. Вот теперь зеркало хорошее, нормальное. Все, так сказать, все в норму. Вот, по сути, гардеробная готова. Как
только будет возможность купить напольное покрытие, так мы его сюда постелим. Но пока поставим просто дверь и все. Дальше надо будет сделать туалет на втором этаже. Провести сюда электричество. Сюда провести электричество. Сделать ремонт в этой комнате. Выровнять стенки, отшпаклевать их. Сделать двухконтурный потолок из гипсокартона. Установить розетки, выключатели. И, скорее всего, буду переделывать окна во всем доме. Окна немножечко чуть-чуть вовнутрь устанавливать. Вот так вот, сантиметров на 5. Потому что не справляется у нас то ли радиатор. Хотя вот он какой огромный. И вот у нас зимой здесь такой вот, ну, такой конденсат на стекле. Не очень хорошо. Поэтому, скорее всего, все окна переставлю на 5 сантиметров вовнутрь. И не буду заморачиваться. Теперь покажу наши цитрусовые деревья. Правда, тут все завалено стройматериалами. Так как очень-очень мало времени у меня на это дело. Очень много у меня что засохло. Вот сток пересадили. И очень плохо поливали его. Ну, видите. Подсыхает цветок-то. Вот лимон растет. Ну, это дикарь. Я его одного оставил. Он у нас так и не будет, скорее всего, прививаться. Буду я его почаще подрезать. Будет очень много новых веточек. Будет более пышный. Здесь лимон, кумкват. Здесь у нас грецкие орехи, что-то они тут не всходят. Пробовал их и замачивать. И вот так посадил, пока толку нету. Это у нас идет гранат, тоже разных сортов. Хурма. Тут бананы, киви. Вот киви пересадил, одно семечко взошло. Это у нас пальма идет. Здесь лавр посаженный. Вот пока ничего не всходит. Здесь у нас тоже гранат посаженный. Все надо подвязывать. Видите, все падает. А все стройка, достройка, да. То поездки, то работа. Ничего не успеваю. Это апельсин. Это тоже хурма. Вот даже у нас елочка засохла тут. Здесь у нас цитрусовые для прививки сидят. Здесь посажено денежное деревце. Вроде бы как листочки некоторые укоренились. Потом со временем буду их пересаживать. Здесь посажен фикус. Вот такой вот. Тоже не взошел. Здесь посажен у нас вот такой фикус. Вот он тоже что-то не всходит. Не знаю почему. Сейчас буду готовиться к юбилею. Поэтому все, кто хочет меня поздравить, читайте все в описании. На сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ждите новых влогов. Всем пока!